расстрел! Противотанковое орудие – вид артиллерийского вооружения, предназначенный для борьбы с бронетехникой противника. В большинстве случаев это длинноствольная пушка с высокой начальной скоростью снаряда. Стрельба из такого орудия, как правило, ведется прямой наводкой. При конструировании противотанкового орудия особое внимание уделяют минимизации его массы и размеров. Это облегчает транспортировку и маскировку навесности. Наш рассказ о противотанковой пушке МТ-12, поступившей на вооружение Советской Армии в начале 70-х годов. Противотанковые орудия как вид артиллерийского вооружения стали развиваться в 30-е годы. Это было связано с возрастающей ролью бронетанковой техники на поле боя. К началу Великой Отечественной основным противотанковым орудием Красной Армии была пушка калибра 45 мм. Она также известна как «сорокопятка». «Сорокопятка» успешно боролась с танками вермахта на начальном этапе войны. Со временем бронирование немецких танков усилилось. Это потребовало создания более мощных противотанковых орудий, что в результате привело к увеличению их калибра. Собственно, противостояние брони и снаряда и является главным фактором при разработке подобных орудий. Развитие противотанковых пушек продолжилось и после войны. Конструкторы артиллерийского вооружения предлагали различные варианты. Экспериментировали не только с артиллерийской частью, но и с лафетами орудий. В частности, на лафет пушки Д-44 был установлен мотоциклетный двигатель. Он обеспечивал скорость самодвижения орудия до 25 км в час. Что касается калибра, то к середине 50-х у противотанковых орудий он достиг 85 мм. В начале 60-х годов на развитие ствольной артиллерии сказался прогресс в создании ракетного вооружения. Новые ствольные орудия в войска практически не поступали, при этом ракеты получали все большее распространение. В частности, на вооружении Советской Армии были приняты комплексы «ПТУР», что расшифровывается как «противотанковая управляемая ракета». И кто знает, как развивалась бы история противотанковых пушек, если бы не одно техническое новшество, которое применили конструкторы при создании орудий. До определенного времени стволы противотанковых пушек были нарезными. Нарезы придают снаряду вращение, что обеспечивает его устойчивый полет. В 61 году на вооружение приняли новую пушку. Она имела обозначение Т-12. Ствол пушки Т-12 нарезов не имеет. Это гладкоствольное орудие. Устойчивость снаряду придают стабилизаторы, которые раскрываются в полете. Это новшество позволило увеличить калибр ствола противотанковой пушки с 85 до 100 мм. Увеличилась и начальная скорость снаряда. К тому же невращающийся снаряд больше подходит для кумулятивного заряда. В дальнейшем из гладкоствольного орудия стало возможным вести огонь не только снарядами, но и управляемыми ракетами. Спроектировали пушку Т-12 в конструкторском бюро Юргинского машиностроительного завода. В конце 60-х для нее разработали улучшенный лафет. Это было связано с переходом на новый быстроходный тягач. Модернизированное орудие получило обозначение МТ-12. Его серийное производство началось в 1970 году. Снаряды, входившие в боекомплект, позволяли поражать броню современных на тот момент танков – американского М-60 и немецкого «Леопард-1». Противотанковая пушка МТ-12. Калибр 100 мм. Начальная скорость подкалиберного снаряда – 1575 метров в секунду. Масса орудия – 3100 килограммов. Скорострельность – 6 выстрелов в минуту. Наибольшая дальность стрельбы – 8200 метров. Пушка МТ-12 также известна под названием «Рапира». Лафет орудия оснащен торсионной подвеской. Колеса позаимствовали у грузового автомобиля «ЗИЛ-150».
качестве тягача используют многоцелевой транспортер «Легкий», сокращенно МТЛ, или его бронированный вариант МТЛБ. Этот транспортер был широко распространен в советской армии. Например, на его базе созданы самоходные артиллерийские установки, как ствольные, так и ракетные. Благодаря гусеничному ходу транспортер имеет прекрасную проходимость по пересеченной местности. Тягач может буксировать пушку МТ-12 со скоростью до 60 км в час. Запас хода МТЛБ составляет 500 км. Во время транспортировки расчет находится внутри машины. На марше пушка закрыта брезентовыми чехлами. Они защищают орудие от грязи, пыли, дождя и снега. Время перевода пушки из походного положения в боевое не превышает 1 минуты. Прибыв на огневую позицию, артиллеристы снимают с орудия чехлы, а затем разводят станины. Так орудие становится более устойчивым. Опускается нижний броневой щит. Щитовое прикрытие защищает орудийный расчет и механизмы пушки от поражения пулями и осколками. Артиллеристы устанавливают прицельные устройства и открывают смотровые окна в щите. При подготовке к стрельбе прямой наводкой в солнечную погоду, особенно против солнца, на прицел устанавливается специальный светофильтр. Для повышения боевых качеств пушка МТ-12 может оснащаться ночным прицелом. Существует вариант орудия с радиолокационным прицелом для стрельбы в сложных метеоусловиях. Выстрел! Ориентир номер 3. Действиями расчета руководит командир. Наводчик, вращая маховики, наводит орудие на цель. Угол вертикальной наводки от минус 6 до плюс 20 градусов. Горизонтальный – 54 градуса. Выстрел можно произвести, либо нажав непосредственно рычаг спускового механизма. Выстрел! Либо дистанционно с помощью троса. Заряжание орудия производит номер расчета, который так и называется – заряжающий. Затвор орудия полуавтоматический, клинового типа. Все, что требуется от заряжающего, это дослать снаряд в камеру. Перед первым выстрелом необходимо открыть затвор вручную. После выстрела гильза выбрасывается автоматически. Комплект пушки входит несколько типов снарядов. Масса каждого боеприпаса около 80 килограммов. Бронебойные и подкалиберные снаряды предназначены для стрельбы по танкам, самоходным артиллерийским установкам и другим бронированным целям. Дальность прямого выстрела – 1880 метров. Выстрелы с кумулятивно-осколочным снарядом предназначаются главным образом для стрельбы прямой наводкой по целям, имеющим мощную броневую защиту. По живой силе, огневым точкам, инженерным сооружениям полевого типа стрельба ведется осколочно-фугасным снарядом. Гильзы могут использоваться многократно. После стрельбы они укладываются в специальные контейнеры и отправляются в ремонт. Для снижения энергии отдачи ствол орудия оборудован дульным тормозом. Он имеет вот такую интересную форму, из-за которой его прозвали «солонка». На замедленных кадрах видеосъемки хорошо видно, как в момент выстрела из дульного тормоза вырывается яркое пламя. Помимо стрельбы с открытых позиций прямой наводкой, пушку используют и для стрельбы с закрытых позиций. В данном случае наведение производится косвенно с помощью приборов и точек наводки. При установке на пушке специального прибора наведения могут применяться выстрелы с противотанковой ракетой.
Управление происходит по лучу лазера. Максимальная дальность стрельбы – 4 километра. Противотанковая пушка МТ-12 более 40 лет несет службу в советской, а затем и российской армии.